Вот они, ноготки, чудесные цветы календулы. Желчегонные они, бактерицидные, убивают бактерии, микробы, противомикробные. Ротик полоскать можно, лицо умывать, подмывать и так пить с целью желчегонного эффекта. Желчь, когда хорошо отходит, она убивает все микробы на своем пути. Она как антибиотик встроенный наш. И очищает хорошо кишечник, вывод токсинов улучшается. И все делает, и тромбы, всякие бляшки. Ну все вот это вот дело тоже работает, сжигает, убирает. Как выжигает всех паразитов на своем пути. И вот желчегонный такой вот настойчик из цветков календулы. Просто залила кипятком ночью, ну вечером залила кипятком цветы. Поставила на батарею под крышечку. Все, с утра готово.